Сегодня мы, конечно, выиграли. Это более приятная для нас ситуация. А вчера мы, конечно, проиграли, позавчера, в пятницу мы играли, но мы проиграли достойно, я вам скажу. Я очень довольна. И поэтому я все время внушала девочкам такую энергию, силу, что вы молодцы, вы сыграли здорово, вы сыграли хорошо, но вам не хватило молодости. И меня радует то, что наше молодое поколение, что мы идем взаимными шажками вот к такой тяжелой победе. Сегодня игра получилась, девочки очень расстроились. И что самое важное, что они после пятницы у нас сыграли матч тяжелый, проиграли 4 или 5 очков, уже точно не помню. Они плакали, рыдали, я была в шоке. То есть у них есть желание, то есть они горят глазами, они хотят играть. И они верили, что они должны выиграть. Вот. Я думаю, что сегодня какой-то такой переломный момент наступил у нас в третьем периоде. Первые два периода у нас игра не сильно хорошо так складывалась. Были потери, была неуверенность. Но я все время это списываю на молодость. Все-таки опыта мало. Здесь играют 4 легионера. Мащенко вернулась. То есть игроки обкатаны. Может, не настолько в форме. Мне очень нравится наша разыгрывающая. Справилась очень хорошо в защите против американки. Вот это, ну, то есть есть потенциал, кстати. Нет, я имею в виду Краевская, она нас 94-го года. Вы можете представить себе, вообще девочка выступает впервые вот в таких соревнованиях, которые высшая лига, это уже женский чемпионат. Она впервые, она очень хорошо владеет ситуацией, она послушная. То есть что у нас, почему у нас получается? Когда мы послушные, они слушаются тренера, они слушают и не хотят желания, у нас получается. Я довольна, вы не представляете, как это. Я их люблю. Какие задания на сезон ставят? Мы ставим вообще, цель у нас такая, растить молодежь, естественно, если у нас будет финансовая поддержка в том, что укрепиться в конце сезона к плей-оффам, подойти более еще сильным составом, то финансовая, опять же, то мы, конечно, ставим задачу первое место. Сейчас задача у нас наиграть молодежь, дать им возможность раскрыться, наиграться. Я думаю, что это в первую очередь и как для них, так и для будущей сборной Украины. И потенциал есть. Не надо нам все время огорчаться, что у нас плохая молодежь, у нас шикарная молодежь. Хорошие тяжелые матчи получились. Очень организованная команда Team Skuffa использует каждую нашу ошибку. Но, к сожалению, недоволен обеими, в принципе, результатами. Потому что позавчера еле выиграли, а сегодня проиграли. Легионерки не оправдывают себя. Абсолютно, то есть будем делать изменения в составе. Ну и ищем, не хватает и украинок, и Валя Воронова покинула расположение. То есть нету лидера на площадке, Мащенко устает и начинается хаос. И все, как говорится, варяги, значит, тяжело ими управлять пока. Ну, найдем способ, надо бороться. Задание выигрывает первое место. Пока очень это туманно в тумане, но... Надо, будем искать, мы в поиске игроков. К сожалению, не можем найти нормальных украинок. Все в баре, все в Team Skuffa, все довольны там.